Всем привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на мой лайв-канал, ребятки, всем привет. Я давно вам обещал такую рубрику, как распаковки различных посылок с AliExpress. И вот, только что сходил на почту, даже еще вот не переоделся. Прошел все круги ада, прошел деда старого, который вошел с палочкой, потом решил эту палочку под мышку себе засунуть и мне по ноге треснул. Прошел ребенка, который решил на полпути остановиться посреди тонкого-тонкого льда. Мне пришлось наступить в другую сторону, в итоге провалился ногой под лед. И, короче, ребятки, вот, наконец, данная посылочка. Вот это чудо, вот оно оно. Весит данное чудо 656 грамм, то есть тут вот написано. Шла мне данная посылка ровно 30 дней, то есть сегодня, я смотрел, ровно 30-й день, то есть ровно месяц шла мне эта посылка. Ребятки, я знаю, что там, поэтому для меня это будет не секрет, для меня это будет не сюрприз. Вот, мне идет еще таких две посылки, но не таких именно, а там еще идет мне посылка на 2 килограмма и на 4 килограмма. Вот, мы их тоже с вами распакуем, но чуть попозже, когда они придут. Так, мне нужны ножницы, но у меня их, к сожалению, сейчас здесь с собой нету. А, хотя есть, вру. Есть ножницы, но нет. Есть у меня обычные ножницы. Вот они. Вот такие вот маникюрные обычные ножнички. Ну что, давайте ее распаковывать. В принципе, я знаю, что там. Я ждал этого очень долго. И вы на стримах могли, в принципе, замечать, я там много жаловался на своем основном канале о том, что данная штука ко мне идет, и она уже вот почти пришла, вот, да, ну, в принципе, ребятки, скорее всего, в названии данного видео уже будет написано, что это такое, вот, поэтому для вас, скорее всего, ребятки, это уже будет не сюрприз. Так, вот, все, разрываем, распаковываем, вот, разрываем так вандально эту упаковку. Пакет большой, пакет очень большой, и он многослойно запечатан. То есть, прям, насколько тут слоев пакета закрыто, господи. Всегда, ребятки, есть проблемы с распечаткой таких коробок. Так, ну-ка, давай, открывайся. Давай. Так, ножнички не упадите. Так, ну-ка, вот эта коробочка, вот та штука, которую я уже себе очень давно хотел, безумно о ней мечтал. Там никаких больше, никаких визиточек нету здесь. Ну-ка, никаких, все, пусто. Все, там пусто, абсолютно пусто. И, ребятки, та-да! Это подставка, вот такая вот подставка под мой микрофон, который сейчас находится вот здесь, вот он, вы его видите, он тут стоит. Да, так что, давайте смотреть, давайте ее распаковывать. Тут такой вот язычок. Ребятки, все ссылки на продавца и на данную посылку я оставлю внизу в описании, поэтому вы сможете сами заказать, если вдруг вам это потребуется, это вам понадобится. Если вдруг понадобится. Вот, давайте распаковать. Ай, она железная, точнее она металлическая, алюминиевая, скорее всего. Надеюсь, там ничего не погнулось. Так, главное мне сейчас ничего не погнуть, а то мало ли что Ой-ой-ой-ой-ой, крепежик, вот такой крепежик вывалился из коробки. Так, что, давай, тяни дальше. Так, тут еще что-то. Так, это крепеж, скорее всего, под микрофон, и он целый. Это хорошо, что он целый, потому что в отзывах к этому заказу я видел, что многие жаловались о том, что данный крепеж к ним приходит сломанный. Вот, ну и получается сама подставка. Там пусто, там больше ничего нету. Так, ну что, данная подставка и все крепежи запакованы в целлофановые пакеты, вот такие вот, и вот она, данная подставочка. Да, ребятки, она легко распаковывается, точнее, раскрывается вот таким вот образом, да? Да, вот таким образом она раскрывается. Я так полагаю, вот сюда вот у нас вставляется данный крепежик. Давайте, наверное, сейчас я ее сложу. Так, складывайся, пожалуйста. Тугая, ребятки, очень тугая. И это очень хорошо. Здесь вот такие вот пружинки есть. И они очень хорошо прям крепко держат. Это прям потрясающе. Так, подставочку вот эту вот. Все подставочки заскреплены специальной скрепочкой. То есть вот тут есть скрепочка специальная. Давайте мы раскроем все подставки. Так, это вот крепежик, который крепится на стол. То есть тут должен быть стол.
Так, и крепежик. Так, тут скрепочки нету. Тут скрепочки нету, но, в принципе, данный крепеж, ребятки, пластмассовый, он не железный, в отличие от всей остальной конструкции. Здесь все сделано из пластика. Но, в принципе, идет туго, то есть не болтается ничего. В принципе, довольно-таки качественно все это дело идет. Вот, в принципе, хорошо. Так, получается, подставка. Мы вот сюда. Вот сюда, правильно, цепляем вот эту вот штуку, как она тут правильно одевается, скорее всего, вот так вот, да, то есть мне нужно сейчас ее тут открутить, ну-ка, давай мы ее тут откручиваем, так, все, она тут встает, и мы ее закрепляем, здорово, отлично, потрясающе. Так, и вот здесь вот тоже есть такой вот маленький штырь, мы сюда закручиваем нашу подставку, вот эту вот специальную подставку, мы сейчас ее сюда прикрутим, вот, так, и в принципе, ну-ка, давайте мы эту сейчас открутим отсюда, вот так вот, вот, да, нам вот эта вот штука, грубо говоря, ребятки, она нам не нужна, потому что у меня есть свой специальный паук, вот такой вот паук, то есть нам нужно это вот прикрутить вот сюда, вот, и наш микрофон будет держаться и будет с ним все хорошо. Вот. Так, эту штучку мы закрепляем сейчас вот. Так, все, мы ее закрепили. Так, а теперь мы крепим его, ребятки, на нашем столе. Угу. Так, вот эту вот штучку мы крутим и поднимаем вверх. Правильно? Да. Крутим и поднимаем вверх. В принципе, довольно-таки легко. Все идет хорошо, все идет, в принципе, без каких-либо затруднений. Так. А как нам ее правильно так разместить, чтобы. А как она потом будет у нас тут держаться? Ага. Все, я понял. То есть нам нужно сделать ее. Сейчас я расслаблю. Все, понял. Вот это, вот этой штукой мы будем регулировать направление нашей подставки. Так, это вот сюда получается. Вот так вот она будет у нас находиться. Здорово, потрясающе. Сейчас я быстренько закреплю, и я к вам вернусь. Ну что, в принципе, вот так вот выглядит наша подставка. В принципе, вроде бы не дурно, вроде бы неплохо. Все она держит, все тут закреплено, все так, как нужно. Давайте я, наверное, вам покажу, как это выглядит вот здесь вот. Это выглядит все вот так вот, то есть она закреплена вот здесь вот она закреплена на гаечку, потом идет сверху, сверху, потом идет сверху, сверху, сверху вот сюда вот, и тут у нас выводится наш микрофон, вот. В принципе, вот так вот я буду с вами разговаривать, только ее нужно немножко, ребятки, поднастроить, еще подрегулировать так, как мне будет удобно, потому что это сейчас было сделано на скорую руку. Вот, поэтому, ребятки, вот такая подставка, ссылки на нее есть внизу в описании, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал, а также поставите лайк данному видео и расскажете о моем канале, о моем лайв-канале и о моем обычном канале своим друзьям. Ссылка на мой простой канал, если вдруг вы не с него пришли, есть внизу в описании. Ну, а я всех очень люблю, всем сердечко, всем пока-пока. Пока-пока.